have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет. Доброго времени суток. Народ, вы не поверите, мы вернулись в Мэд-Сити. Наконец-то разрабы местные начали шевелиться. Кто-то хочет с котом... Поздно, у него одно место было, ну ладно. Местные разрабы стали шевелиться и запустили второй чаптер, второй сезон. То есть до этого, вы помните... Дред сядь, да. Куда-нибудь. До этого было довольно много обновлений. Каждый раз, когда они происходили, мы их с вами освещали, но... Вот как-то давненько уже, по-моему, больше года тут ничего не происходило. Мы уж даже подумали, что уже и не будет, но нет. Заходите на... Куда? Идите на парк аттракционов. Вот, я же спрашивал, где колесо? Вот оно, колесо. Тут сейчас так весело будет. Так, надо припарковаться. Сейчас. Стоп, а где наша база теперь? Она есть вообще? Наша база теперь парк аттракционов. Нет, она всегда была в парке аттракционов, в том-то и дело. Ее тут теперь нету. Блин, ее перенесли. Что такое желтая вот эта вот фигнюшка, видишь? А, пирамида. Пирамида вижу, да-да-да, все. Так, я припарковался. Есть давайте пирамида, веселиться. Есть... Тут есть покер-дом. Садитесь сюда, покер... давайте веселиться, пожалуйста. Где, зачем? Идите на аттракционы, они тут все аттракционы бафнутые. Сбежал из тюрьмы, чтобы покататься на аттракционах. Хорошо, пойдем. Я вообще-то не преступник, это вы в такой одежде ходите. Нет, сейчас оранжевое просто модно, вы не понимаете. Вы не понимаете, это другое? Да-да-да, вы не понимаете, это другое. Вылезайте быстро. О! Тут весело. Блин. Очень. И без опа! А как сесть? А, вот, все. Я думаю, что я... Блин, странная фраза, как сесть от человека, который только вышел, ну ладно. Вау! Вот это прикольный момент, чтобы вовремя поймать свою же блевотину обратно. Просто вот тут, оп! Хорошо, я скрылся. Минуточку, никому не кажется, что... Так это не работает. Нет, работает это так, но вам не кажется, что этот корабль из другого режима, из Sharkbite, например? Ладно, пошли на другой аттракцион. Там он ведет себя точно так же. Давайте на американские горки. А, блин, точно. Где американские горки? Где начало? Вот там начало за мной. Человеки за мной. Американские горки, поехали. Вы все уже убежали? Мне просто пока эффекты прошли. Сейчас. Стой, а как сюда допрыгнуть? О, смотрите. Что? Где? Нет. Ждем гнезд. Шо? Где? Мы ж на американские горки. Зацепи меня! Ах ты ж. Мы ж на американские горки? На американские горки. Так. На карту посмотрите, там где два человека, идите сюда. Два чебурека, стойте. А тут вообще есть американские горки, ты уверен? Да, я видел корабль. Нет, корабль это... О, приехали! Вот, залезайте быстро, я на переднюю. А как сесть в них? Как сесть? А походу нельзя. А, погодите, еще не допилили, прикиньте. А, блин, ну к черту. Нет, ну ладно, тут я ничего не скажу, потому что апдейт вышел относительно недавно. И, ну, хоть что-то пойдет. Работает, и на том спасибо. Давайте на это, на чертово колесо. На чертово? Кстати, я а у вас не это двигаю, не так называется? Не двигаюсь, и... Ну, вообще, ну да, точно. Колесо обсерения, чертово колесо. Ну, чертово колесо, но, по-моему, это потому что, да. По-моему, это из Чернобыля пошло, я не помню. Серьезно? Ну да, потому вот что это, колесо вот обозрения в Чернобыле его же так и не запустили, поэтому так и прозвали, по-моему. Но это не точно. У меня просто в городе колесо с детства так называлось, и оно, это не Чернобыль. Куда, что вы? Опусти чашку! Колесо обозрения. Простите. Нет. Я заглючила это колесо, я могу... Я хочу это. Что за лаги? Стой. Да, что происходит? Должно работать. Сейчас, по-моему, ты сломаешь этот режим разрабы. О, давайте сюда, идите сюда, народ. Кто-то должен запустить. Кого запустить? Вот это розовый гриб, посмотрите, розовый наркотический гриб, сядьте сюда. О, розовый наркотический гриб. Не спрашивай, почему. Ты падаешь парашют. Где его запускать? Я не знаю, запускается ли оно само, или его нужно где-то как-то... Найдите. Где этот гриб? Да, нету. Опа.
А тут как в парке аттракционов будет звонок, запуск? После третьего звонка. Там самолет упал. О, мы поехали, мы поехали. Все, народ, начинается, начинается. Офигенно. И это только маленькая хороший часть... план! Это только маленькая часть игры за заключенных. Тут еще можно играть за супергероев. Посмотрите на это колесо обозрения. Это реально колесо в сирене. Посмотрите что на кабинке. Что с этой кабинкой не так? По-моему, это уже центр испытания космонавтов какой-то. Возможно, частично. Блин, тут вот эти вот штуки по бокам опасно так расставлены. Да кто? Это место, где заключенные готовят к полету в космос. Как весело. Потому что их не жалко. Короче, заключенных на этот однопутевом корабле. Заключенных передел в космонавтов и на корабле в один путь отправляют на этот, на Юпитер. Почему не Юпитер? Потому что там планета. Ну. Чтобы они там почву искали. Нет. Это как жертвоприношение инопланетянам. Чтобы они на нас не нападали. Вообще под Юпитером там под газовой этой оболочкой. Мне хорош. Нормально. Под газовой оболочкой Юпитера там, по-моему, есть этот. Да. Есть, да. Земля, короче. Так, пожрать нам тут наверное чай. Стойте, а помните, там был помните, котяр, наверное, KFC был в центре города. Да, пошли в KFC. Садитесь. Слетаем, посмотрим. Погодите, меня подождите. Я же припарковал там свой самолет. Да к черту твой самолет, иди сюда, полетаем по-человечески. Ладно. Эта штука, по крайней мере, управляется. Не, ну можем устроить десант с этого самолета, в принципе, прямо на KFC. Его сначала найти надо. Оп. Ну, если он еще остался. Я вообще на этой вертушке давненько уже не летал, я обычно летаю на скауте. Здесь скаут сделали одноместный. Откуда? Куда вы я все? Я свою вертушку возьму, с блэкджеком. Он, оставьте, он с блэкджеком и мамзелями сейчас. Что это за штука летает слева? Давайте банк ограбим, да. Посмотрим, как это сейчас. А, я думал, ты спрашиваешь. Банк ограбим? Ну, давайте, чё, нет. Ну, это же, типа, ну, в KFC... Ювелирка. После... Как ты собрался без бабла идти в KFC? Идем. Сначала в банк зайдем, я пару чеков обналичу. Что такие быстрые? Это ты просто медленно. А почему этот комп красный? Хак ПК. Меня лагает? А, да, меня лагает. Да, хакай. Да? Все, давай еще. Фига себе. Как это? Я нашел KFC. А как? Фрум, как? Погодите, раньше этого не было. Вот этих всех хаков. Вы офигеть, как все лучше сделали. Так, ну, хак, все. Все, я уже взломал, пойдем. А, он изичный. Так, раньше ты просто зажимал кнопку, и оно хакало, а... А сейчас а нужно, сейчас нужно умным? Мини-игру прям проходить, да. Поехали! В лифт! Осторожно, осторожно! А что вам вы? А вы на лифт не будете идти? Тут же так хорошо. Ёлки! Фу, блин. Я эту хрень вообще еще не ожидал. Да я тоже. Подстава такая. Где охрана или где, я не знаю. Мы в секьюрити зашли, да. Как туда зашли? Просто. А как дверь открыть? Откройте! Это что? Минуточку. Это что, обратно что ли? А, я не хочу обратно. А, слышь, используйте лифт, чтобы добраться в сейф-рум. Кого? Да, значит нам в лифт. Идем. Безопасный фрум. Сейф-рум. Ага. Быстро заходите на лифт. Тут видишь. Бегу, все, ломлюсь со всех ног. А, лифт, реально. Так я в него заходил, меня в него не пускало. Вот в чем прикол. Так, комната ты нажал? Как дальше? Да. О! Круто. Лазеры. Круто, лазеры. Все. Так, 4 этих штуки надо отрубить. Уже все. А их все? Чем? Дробовиком? Нет. Вы же всю книжку сейф уже закрыли? Куда? Я не знаю, это новый банк, я тут еще не был. То есть ограбление банка было всегда. Да. Но... Кого? Вот эти 4 штуки, слушай, они уже, мне видишь, кажется, они без нас уже ушли. Мне тоже так...
кажется. А, не-не-не, фрум, давай сюда. Банк. Тут хранилище сильное. Быстро, кабана. Кабанк. Ловимся. Так, как деньги собирать? Просто подходишь, собираешь, нажимаешь на них. Блин, все спели уже. Офигеть, как тут все заапгрейдили. Ёлки-палки, ограбления. Ёшкин кот. Ограбления стали офигенные. Получи, я ноль денег взял, вы что? Зачем ты взял целый ноль? Ай, блин, меня убили. Кто стреляет? Менты прибежали, тут же есть полицейские, если что, ребят. А, да? Серьезно? Ну, вы вначале выбирали персонажа, вы помните? Не, ну я прикалываюсь. Я собрал 8 из 8 килограмм, по мне стреляют, пора уходить. И меня завалили, я оказался на нашей преступной базе. По крайней мере, теперь я знаю, где преступная база. Подожди, мне нужно еще что-то украсть. Так кот, можешь по несколько раз одного сейфа собирать деньги. У тебя 8 килограмм? Да, 8 кг. Кот, ходу даем, уходим. Я в него 3 раза с дробовика выстрелил, ему пофиг. Не пофиг. Стреляй по нему, ему больно. Беги. Сюда, бежим. О! Тут можно взять скаут. Блин. На нашей базе можно взять скаут. Я жить хочу! Вы где? Вы возле банка до сих пор? Уже все. Так а через эту хрень невозможно пролезть или что с ним? Возможно, да, возможно. Нет. О, все, мы теперь все в одной одежде. Где вы? Нормальная одежда. Что-то нормальное. Кто-то помер, нет? Мы все померли. Черт. Вот, короче, наша база прямо рядом с банком, надо запомнить. Залезайте. Зачем? Я вам на вертушке. Видите, какая база? Это наша база, если что. Где это? Вот где мы здесь син. А, это наша база, серьезно. А можно у нас это. На базе нашей. Я это, меня посадили. А, тебя поймали! Это теперь твоя база, чувак. Залезайте. Стой, надо его вытащить. Блин, я застрял в текстурах. Куда залезайте? Это моя вертушка, куда ты ее стырил? Сейчас я принесу другую. Притащи четырехместную, пожалуйста, слетаем за адмиралом. Я иду. О, так, кстати, ну что, да, мачете. Я пойду. Ну, типа, да, за дредом. Где ты пушки взял? Погоди, надо где-то прибарахлиться. Ну вот, дверь, видишь, такая красивая. О, броник. А тут нету МПшки, тут скорпион, черт побери. Ладно, я возьму ФАМАС. Так, снайпа, кстати, тема, рекомендую, если вдруг что. Я уже взял. Вы все еще на базе? Да, ждем тебя, давай. Лучше, наверное, за место дробовика возьму какой-нибудь калашик. Не знаю, ФАМАС рекомендую, хорошая штучка. Из рожка как раз все ложится. Так, хорошо, а что это за грузовик? Его можно, что с ним можно сделать? Вы возле банка? Мы на базе, да, который возле... Она же, кстати, теперь не отмечается никак на карте, да? Да. Блин. О, стой, а тут восклицательный знак. Что значит восклицательный знак? А в какой стороне банк-то у вас? Вот, я вижу, лечила. Так что вы... Ай. Что-то... Блин, почему база никак не помещается? Раньше помечалась, я потом и перепутал, когда мы сбежали, я хотел... То есть, ты серьезно, ты на этом катафалке прилетел? Ну, тут же 4 места, и круто выглядит. 4? Мне кажется, в ней 3 места. Ага. Вы никого не забыли? Ну, мы же летим выручать человека, нам нужно место свободное, ты не подумал? А это что такое, кстати? Господи, мы вообще хотели, наверное, спасти там кое-кого. Так, я прыгаю за вертушкой, идите спасайте, я тут вертушку получу. Да нет, я хочу узнать, что это тут такое интересное. Пойдем, вытащим адмирала. Ладно, и потом уже... Спасать. Спасибо. Погоди, я а я не... Тебя. Я могу это заставить? А, я... это просто спаун вертолетов. Я могу здесь любую вертушку. Адмирал, иди к футбольному Слаг. Полю. А? Ты как... Я жив, сел, ору. Адмирал, иди к полю футбольному. Пойдем пока что потестим, пока там возвращают адмирал, пойдем вот эти домики пощупаем. Раньше можно было грабить некоторые дома. Пойдем посмотрим, если сейчас это возможно. Поехали.
А что, гранату нужно закинуть? Нет, подходишь к двери или к окну, у тебя будет, должна появиться кнопочка действия. Значит, с этим домом можно что-то сдействовать. Залезай. Раньше в этом поселке было, по-моему, два дома, которые можно было ограбить. Там зайти в спальню, украсть телевизор. Сдействовать с этими домами? Да, сдействовать. Ну, кнопка действия. Так, похоже, сейчас... Похоже, уже... пофиксили. Давай, нет, не пофиксили, это же была фича. Ой, здесь инвентарь. Чё ты там делаешь? Бабах. Алах, бабах. Ладно, похоже, или это не то место, или реально пока что еще не добавили домики. Которые... Пойдем на поиски KFC, черт с ним. Вообще, добавили столько всего, что... О, я вижу вон кота. Где? Мы тут, в домиках. Вот. Я тебя можешь вижу. На базу, чтобы ты там спавнился? Тебя просто арестовали. А, фрум. А, что, я к вертушке иду. Убили. Нет, тебя именно арестовали. Нас-то убили, потому мы на базе заспавнились, а тебя арестовали. А, так я уж полицейские убили. А нас, этот, ловушки распилили. Меня убил полицейский. А, пошли в KFC, идите. Погодите, где база? Ты нашел его? Да. А где... Стой, а где оно? Это маленькая синяя фигня. По прямой лети. Он слева выше нас. Так, ювелирка, банк, что там еще? Казино, пирамида. О. Сзади банка. Какая банка? С каком сзади? А, вон вижу тебя. Ну и где? Там была площадь. А, во, да. Пицца? Ну ладно, пицца. Пицца! Вот этот парк всегда мне нравился. Что, извините, с музыкой? Так, грабим пиццу. Жалко то, что я кушать. Сейф. Тут же вроде... Тайфево. А, он только один. Я кассу украл, кстати. Кто взял кассу? Ладно, так. Пошли. А, минуточку, а где аэропорт? Короче, там была такая фишка, что в аэропорту можно было красть чемоданы. О, прикольно. Раньше это все на карте помечалось. Сядь. Спасибо. Пошли в пирамиду. Я не люблю пирамиду, хотя, может, ее переделали. Чтобы стойте, это козлино грабят, давайте козлино посмотрим. Человек должен преодолеть ошибки юности. Опять тот непонятный мем? Что? Да, это опять тот непонятный мем про King Crimson. King Crimson? Это поймут только те, кто хотя бы чутка знаком с жижей. Скажите, что это Кюрюто? А минуточку, тут уже закрыли, нет? Ну-ка, сейчас посмотрим. Меня же не убили, да? Ну, просто она мигала. Мне нравится с этой хренью бегать. Я так пафосно бегу. Вы где? Мы в Козлино. Так, в Козлино, да. Так, да, убежали уже. Фрум, тут есть это выход аварийный, я так понимаю. Спешл Форд Булл. По-моему, ну, когда оно мигало, значит, вы уже грабили. Возможно, мы уже подопоздали немножечко сейчас. Не, там ловушки активированы еще. Да? Да. Давайте кораблю. Да, корабль можно ограбить. Блин, корабль, кстати, это вообще изичное ограбление, если на него успеть. На корабль. О, вот сюда. Черт. На все два раза. Вы уже козлино грабите? Да. Ползем. Твой хвост тебя спалит, Карл. Тебе кажется. Тут еще этот магазинчик Apple можно ограбить. А я кораблики граблю. Ау, наступило что-то. Тут какие-то... Блин, как лечь? Только что ж получалось. Ну да просто назад нажми. Есть. Ползочком. Кто на меня уже? Куда теперь? О! А чё, конец? Тут круговое движение, казинака. Я только что обратно вернулся. И палки, больно.
смысле? Стой. Меня сейчас это... Нет! Это было очень близко. А, вижу, туда. Нет! Блин. Капец. Так, окей, свич. Ну, я на базе хотя. О, тут есть интересные штуки. Фрум попал зли, чё? Да, видимо, да. А ПНВ куда? Он что, закончил? А-а-а! Да, это... Серьезно? Кому-то надо там... не. Ты меня только сейчас зашил. Что? Что только сейчас дошло? Я понял, как эта хрень работает. Какой-то расстреливает все и вся без причины. Нажми. Нажал. А, ну... У меня закрыта дверь. У тебя открыта? Да. Что ты? Серьезно, это нужно быстро? Да, нужно успеть. Все, я успел. Спасите! Так фрум, это же импосси, бро. Я умер, просто пробегая обратно. Да ну, я ухожу отсюда. Ладно, это интересно. По крайней мере, на нашей базе можно взять одноместную вертушку. Ну, у кого она куплена? Фрум, ты не представляешь, какой ты кайф. Ты не представляешь, чего тут. Это так трудно проходить, но это... Блин, чел, ты, это, из-за того, что я не прошел, мне сейчас еще обидеть, я хочу на это посмотреть. Ладно. Тут, короче, как этот, в фильмах со шпионами, короче, мимо лазеров на этом, да. Объяснил доступно, понял. Да, короче, на этом, на веревке, на крюке кошки. Ага. Да, короче, давай еще раз нужно это пройти. Ну, я думаю, это надо пройти. Ну, оно же открыто, не постоянно, оно же открыто, там, сейчас ночь наступит, оно будет закрыто, на следующий день опять будет открыто. В общем, ладно, народ, реально, за одну серию мы это все не посмотрим. Раз Mad City вернулся в историю, значит, Mad City возвращается и на канал. Я думаю, на этом будем заканчивать. Мы посмотрели немножечко, хоть как-то, хоть чуть-чуть то, что здесь обновили. Тут еще жевать не переживать, поэтому... Зачем? Поэтому вернемся сюда чуть попозже, я думаю, через недельку или через полторы, там уж как получится по времени, продолжим исследовать этот апдейт, он огромнейший, тут очень классно. Пока что пишите, кто уже играл, кто знает какие-нибудь секретики, было бы интересно полазить, пошарить, а мы будем потихоньку обживаться, смотреть на ограбления, которые здесь сделали. Пока что всем спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока-пока. Пока.